поправить мантию, сделать фото на память, отрепетировать торжественную речь. Выпускники Южно-Казахстанского государственного педагогического института готовятся получить свои дипломы. Первыми на сцену выходят обладатели красных корочек. Таншолпан Толеген ради диплома с отличием. Все 4 года не только на зубок выучила учебную программу, но даже на время отказалась от прогулок с подругами. Моей целью с самого начала обучения было закончить университет с отличием. Ради этого я участвовала в областных и городских олимпиадах, посещала все лекции и семинары. Результат, конечно, того стоил. Поздравляю всех выпускников с этим знаменательным днем. В этом году пединститут окончили больше 900 студентов. Дипломы с отличием получили 171 из них. Институт заботится о своих выпускниках и из года в год после окончания вуза помогает им с трудоустройством. Из выпуска 2016 года на работу устроены все студенты. Как и в прошлом году, мы в этом году всех своих выпускников обустроили на работу. Сейчас вот они пойдут обустроиться, дальше будем проверять, дальше будем помогать. Они знают, если какие-то будут сложности, мы будем, в общем-то, владеть этой информацией и будем помогать. В ЮКГПИ обучают студентов по более чем 20 специальностям. Кроме базовых знаний, квалифицированные педагоги прививают студентам навыки культурного поведения, воспитывают духовность и патриотизм.